Всем привет и добро пожаловать на канал Drift & Tight. Сегодня у нас Porsche 928 GTC. Выглядит он вот так вот в оригинальном желтом цвете. Настроен под дрифт, как всегда мы будем на нем дубасить. И да, сегодня в планах по видео еще задолбить Билли на чарджере Доминика Торетто. Ну, собственно говоря, я думаю, с Билли у нас все получится. А пока не предлагаю стартовать. Идет он отлично. По тюнингу я его вчера забрал прямо на стриме. И, собственно говоря, сегодня вот уже пилю про него видос. А как это произошло? Вот кто понял? Я потом на записи посмотрю. Я вроде довольно-таки неплохо мимо там него ехал. И все было у меня прекрасно. Ну, такой дрифт, он какой-то вот он, не знаю, беспослушный что ли. Ну, вроде он едет, вроде боком, вроде все хорошо, но чего-то мне прям не хватает. И угол вроде прям отличный держит. Посмотрите, вот меня вот спокойно. Не, ну там Феррари, там пожара ноль, тут что-то ли я тут на Порше какого-то 98-го или 93-го года пытаюсь показать дрифт, и то он уехал на Феррари там по прямой. Какой шустрый малый оказался. А, собственно говоря, да, еще будем делать сейчас Вилли на чарджере. Есть там одна настройка, я ее поднастрою и попытаемся сделать. Вилли сейчас проедем углу по-быстрому. Посмотрим, на что оно. Ну он едет, и мне кажется, вниз он пойдет вообще на изи просто по красоте. .360 можно рискнуть, конечно, здесь исполнить, но мне кажется, я обосрусь. Но да, это так. Я зацейвился очень сильно, сейвово отыграл. Ну чё, для дрифта тачка пригодная, пацаны, поэтому... Ой, господи, какой лупарик получается, он с выдвинутыми фарами, просто лягушка, понимаете? Просто лягушка, даже не верится, что это Porsche. Но, собственно говоря, так, с Porsche мы закончили и переходим к Вилли на Dodge. Let's go! Так, и чё, пацаны, я запилил, короче, Додж, мучал его, страдал с ним, болел за него и пытался его сделать, чтобы он делал Вилли. И, короче, вот к чему я пришел. Короче, вот такая. Сейчас лето, кстати, придет через одну минуту, и сегодня на Стримчанском будем проходить летний сезон. Собственно говоря, вот такая вот хрень на третьей скорости. Чутка мы отрываем колесики наши от земли. Но в целом. Можно попробовать стартануть со второй. Я думаю, это тоже, в принципе, велком, понимаете. Но вторая сразу в отсечку. Ну, то есть, к чему-то мы пришли. Пришел к тому, к чему начинал. Собственно говоря, чутка у нас получается видео делать. Ну вот, там, буквально на... Хотелось бы, конечно, побольше, пару метров, так сказать, проехать. Но в целом, зато какой на подъем так идет машина. И даже на сликах можно немного подрепить. Ну, собственно говоря, что, к Вилли. Единственный Вилли, который мы можем сделать, это мокрый Вилли, если кто знает, это Вилли на Додже. В целом, все, пацаны. А всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. И мы уходим в лето. Приходите сегодня на Стримчанский. Всем пока и до скорых встреч. Воу, Crown Victoria за 80% даром не нужен.